Всем привет. Вот такой пациент новый. Nissan Куб. 2000 год. 70 рублей я его сегодня взял. Полноценный автомат, мотор контрактный. Летишка неплохое. Есть один момент. Наклеечки Яндекс.Такси. Сейчас постараемся убрать. Помыть. И продать. Режим ПИП. Вот такой сарайчик по технике. Огонь. Стартер контрактный там валяется. Газ на нем стоит. 25-я ПТС-ка. Вот на эти я уже поснимал здесь. Вон были наклейки. Сейчас осталось оттереть все эти следы. Такое видео будет. Маленькая, коротенькая мини-подготовка Nissan Куб. Но я думаю, все равно тут десяточку, пятнашечку можно на нем рубануть. Все, сейчас помою, ототру и включение будет. Ну вот, что у нас примерно получилось. То есть сейчас лучше стало, чем было. Но для чего это делается? Чтобы... Никто не собирается скрывать здесь, что это было такси, не такси. То есть такой цели нету. Просто цель такая, чтобы человек, который приедет, мог купить и ездить вот здесь. То есть такая дверь и останется. Потому что здесь покрасили на наклейку. То есть была наклейка, а сверху покрасили краской кто-то, умники. Вон, видно тут под царапиной. Желтые полосы, вон. Поэтому так следы убрал. Вот дверь тоже оттер здесь. Вот в таком виде он и будет. Сейчас помою, отфотую и все. На продажу. Если нужно, звоните. Вот такой у нас получился экземпляр. Помыл более-менее. Отмыл. Рыжики на пороге, ничего не буду делать, вообще ничего не буду. Летишка неплохое. Еще раз говорю, по технике он вообще в порядке весь. Двигатель контрактный стоит, короба хорошая. Салон, в принципе. Есть даже вот тут провода под САП, что только нету здесь. Пистолет имеется. Вот такой вот конь. Чехлы снимать не буду, даже пылесосить не буду. Ну, короче, вот так вот будет это все выглядеть. Ну, хорошо, хоть сиденье целое под чехлами. Что у нас под капотом? Не помню, уж смотрел я, нет. В смысле с вами. Под капотом что имеем мы? Стаканчики, чудеса, телевизор вообще красивый. Морда вся красивая, стаканы вообще идеально. Газ стоит, ну, видно, да? Контрактные надписи там на боковушке тоже. Вот такой вот. Походу капот еще у него стоит, ее родной. Вот так вот, друзья, идет жизнь, автобизнес, движение с тачками. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Пишите, может быть, что-то продаете, не можете продать. Пишите, мы продадим. Все, друзья, до новых встреч.